Иди отсюда. Алло. Ольга Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение, как самочувствие? Да ничего, не пойму, кто это. Да, это дедушка. Дедушка Миша звонит вам. Висторопского Мишки, дедушка. А, Висторопского, да. Вот, как там вообще, вы меня простите за беспокойство, вот я что-то переживаю, вот. Как у него дела вообще, как там, учеба, как его поведение там, а? Ну, вы знаете, поведение, честно сказать, играет в телефон все время. И на уроке, да, в телефон играет. Так он парень работящий, помощник, что не попросишь, он все это сделает исполнительный, молодец. Но слабовато ему дается, конечно, математика. А вот нужно, вот сейчас я на больничном нахожусь уже вторую неделю. А что ж случилось-то? Чего там? Что приболели-то? Чё? Да приболела. Господи, ну выздоравливайте вы уж там уж. Дай бог здоровья вам. Ну, спасибо. Спасибо. Дело в том, что я писала родителям в группу, чтобы они зашли в электронный журнал и посмотрели, у кого какие там оценки, ну, двойки, кому тройки, кому на четверки исправить. Чтобы подходили заранее, сейчас уже, не накануне, потом за 2-3 дня, а сейчас подходили и смотрели к учителям, просили задания, исправляли оценки. Так как, когда я там, я подхожу с детьми, но сейчас я не имею такой возможности. Ну, я понял. Только в пятницу планирую. Да, я вас прекрасно понимаю уж, Оля Алексеевна. Вы меня простите, я вот что еще хотел узнать. Да? Понятно, успеваемость, что они сейчас все шалопаи с этим телефоном там. Не обращали внимания, что он хоть там в этом телефоне смотрит, так, что он там высматривает. Ну, он не один такой, они все такие. Да. Они все сейчас в телефонах. Ну, понятно, шалопай. В наши годы такого не было, это безобразие. Слушайте, меня вот еще что волнует, вот это с Кириллом, Кирилл, вот его как забыла, одноклассник Кирилл, он, как он с ним вообще? Ветер. Ветер. Они с ним дружат. Ну, а что ж это за дружба такая, если они вот, извините меня, странная какая-то дружба. Вот вы не замечали ничего необычного? Я прихожу домой, смотрю, мы с бабкой приходим, смотрю, это самое, со своим вот этим ветром, да, Кириллом это. Они вот голые ходят без трусов, это самое, ходят туда-сюда что-то и смотрят Моргенштерна. Ну, вот эти современные, знаете, музыки. Голые, прям без трусов ходят, я не знаю, вот. Что это за такая ласка у них? Или что, зараза, безобразие. Кто ходит, не поняла. Ну, они вот, они. Ты норм или как? Да нет, они, я прихожу, они включили Моргенштерна, вот это, Динера, номиналу, вот эту песню, вот эти вот, современные. Ну, и вот, и да, Миша, и вот, и Кирюша, вот, трусы сняли и танцуют, да. Ходят туда-сюда, Игорь, дед дурак, как, знаешь, как петух, как попугай, вот, дед дурачок, я не пойму, говорю, что за безобразие, это что, говорю, вас в школе такому уже, Динера, номинал. Алло, только меня не набирай. Ай. Представляете? Кошмар. Я первый раз от вас слышу. Да ничего страшного. Это молодежь. Просто вот что я спрашиваю. Что ж они там сейчас смотрят в своих телефонах? Безобразники. Ну, кто ж их знает, что они смотрят? Если бы родители ставили... Я сейчас этим занимаюсь, да, я сейчас слежу за всем, вот, смотрю их, вы вот сами, ну, знаете, да, вот современная музыка, вот это, что ж она делает-то с детьми, а? Не слышу. Ой. Ну, ничего страшного. Потом нервные они становятся, и, естественно... Сознание все меняется. Это все хип-хоп. Это все хип-хоп шалопайский. Вот эти хип-хоперы сидят в руки лупси. Бабах, бух-бух, бля. Шалопай сидит, глэк, бля. Я говорю, иди уроки учу. Дед дурак. Говорит, старый, говорит, гестапо ходишь надо мной. Говорит, старый фашист. Так мне, говорит, ты, говорит, старый фашист. А я говорю, что? Я с ним поговорю. Я такой, слышишь? Я говорю, рэп читал еще тогда, когда ты не родился,
сынок, говорю. Он, говорит, номиналу, а только ты старая, говорит, гадость мне не набирай. И телефон у меня раз и забрал. Я говорю, а ну-ка, дай мне мой сенсор, я раз, раз, и его. Он говорит, слышишь, говорит, я сейчас, говорит, порно. Я говорю, чего я порно? И подбегает, сказали, подбегает ко мне, сказали? Зараза, подбегает, и пёрнул, шептуна бабахнул меня прям в лицо деду. Я говорю, чего? Ну, сейчас я, говорит, шептану, бах бы. Подходит, говорит, ля, это граната. И того походу, типа, скорючился, гадость такая. Присел на карты и, типа, пердит такой, знаете, пухает прям, бух, типа, бомба. Я думаю, слышишь, говорю, слышишь? А потом подходит ветер и начинает на меня дуть, типа, как это самое, как ветродующий. Когда... начинает дуть в деда, говорит, ля, говорит, старый, говорит, еще не падает, значит, ноги держит. Такой, слышишь, так ветер, блядь, у вас дома бывает, что ли? Ветер у вас дома бывает? Так у нас как окна открыты, так постоянно ветер гуляет по квартире. Да? Нет, Кирилл я имею в виду. Кирилл у вас. А, да я не знаю, как Кирилл его там. У Кирилл вас. Его там, не Кирилл, они вот с телефона обиходят. Ну, он у вас дома бывает? Да нет, это я у них редко бываю. Я ж с ними не живу, я ж ВДВшник, я ж сейчас на этом самом, я сейчас служащий. То есть, ну, я сейчас выполняю долг свой, так сказать. Я же этот самый генерал армии. Угу. Да. В отставке, правда, немножко уполномоченный, ну, временно. А потом как я упал, да, потом встаю дальше, иду мочусь дальше. То есть, ну, ничего страшного, понимаете. Я человек не молодой, не первой свежести, так сказать. Прошел Донбасс уже и прошел... Был в этом самом, во Вьетнаме, с гуками воевал. Угу. Да, да, понятно. Я иду, так, бомба, бах, возле меня там города. Смотрю, падла на пальме сидит, а гуки сидят, копьем в меня, раз, ну, бананы кидают, копья кидают на меня, раз, я, бля. А я как Соник, знаете, вот этот Соник такой, вот так вот беру, вот так вот голову сворачиваю и кручусь по, ну, по земле, вот так вот, типа как Соник, вот, знаете, как Sega Mega Drive 2, Соник синий такой, бля, это сворачиваюсь, кручусь, ну, ветер на меня, чем больше дует, тем я быстрее перемещаюсь. Вот они гуки на меня с этой пальмы копьё. И я! Я такой, нифига себе, типа, раз, крутанулся, блин, копьё об спину отбилось, раз, и в обратку полетело, как Ксена принцесса варвара. Это самое, как бумеранг кидаешь, Ксена принцесса. И типа обратка, бомбы себе, хоп, по ноге, бля, смотрю, ноги, опа, ноги нету, представляете, Ольга Алексеевна. Смотрю, нога пропала. Где нога, блин? А я, знаете, я пока крутился на спине и не заметил, что ноги нету. А потом, хоп, начал бежать, бегу, чувствую, скорость не так, не набирается скорость, нету. Скорость отсутствует. А я смотрю, ноги нет, там гука украл ее. Уже на пальме крутит ее, так вот, как вертель. Я такой, ни хера себе. Ну, я это самое, начинаю, раз, включил этот самый телефон, у меня Оксимирон, кстати, сейчас новая песня, слышали? Которая вот эта вот, как она новая, вот эта, ну, мне нравится, типа... Вагабунда, вот это, ну, как она, типа, ну, вот это, знаете, да, вагабунд или как, типа, ну, бля, ну, короче, новый трек, Оксимирон, клип, который, вот этот у него Оксимирон, лысый, вот, нормально, я раз такой включил и кручусь дальше, еду, типа, Соник, потом раз, ветер на меня дует, потом подбегает ко мне этот самый Миша, говорит, здорово, говорит, дед, говорю, здорово, говорит, я, говорит, ты, говорит, старый пень, у тебя ноги нет, я, это, и берет, короче, ногу и текает, я говорю, слышишь, говорю, ты мой хороший. И раз начал крутиться тогда по полу, дым идет сзади, связь, в этой самой ветке, там щепки, все подо мной, пыль, блин, камни летят. А я как Соник, кручусь, верчусь, а, слышишь, дед, на тебе Балтик, раз такой Балтик, Балтик у себя облил 5 литров. И дальше начинаю крутиться, в Самару приехал, раз в Самара, потом Сызрани, Саранск, Ульяновск, всю область облетел. Говорит, это ты, говорит, надымил. Говорит, там не пофиг, говорит, дедуля, говорит, хочешь одноразку? Я говорю, слышишь, одноразку, да, кукувый айр, которая ставбери, ну, типа, 4000, говорит, затяжек. Тут два. Ой, ничего себе, типа, прикиньте, Ольга Алексеевна. Жесть, согласитесь, ситуация. Кошмарная ситуация. Ничего страшного, я рэпер, я могу себе позволить. Поймите меня правильно. Вот, с наступающим вас Новым годом. Кто? Он дома сейчас, Миша? А я не знаю, я ж не знаю, я сейчас же это, я сейчас же уполномочен. Я сейчас пока еще не бросок, чтобы садить домой, холодно. Я ж не знаю, откуда я. Я сейчас упал, вот, уполномоченный. Ну, значит,
Вот, лежу сейчас здесь, просыхаю. А я не знаю, хорошо. А вы-то где там, дома ну, лечитесь? Я на работу выйду, я побеседую, естественно. Да не надо, раз. Не надо, что беседовать. Молодежь, что с ней беседовать? Ну пусть молодежь, что, не нужно? Пусть молодежь делает то, что делает. Главное, чтобы вот, знаете, бывают просто случаи такие, что вот, допустим, я хочу на рыбалку с ним съездить, да, с Мишей. Он говорит, я не могу, мне уроки делать надо. Я говорю, как это так? Дед и рыбалка, это просто... Ну, икона твоя, ты должен, обязан ей поклоняться, типа, ну, понимаешь, типа, ну, я должен с тобой на рыбалку ходить, типа, ты растешь, подрастающее поколение, замена мне, рыбак, то есть, ну, ты должен быть добытчиком, каждый мужчина в душе рыбак, а пока ты не станешь рыбаком настоящий, как дед твой, ты, ну, типа, учеба тебе не поможет, он говорит, да, я не могу, мне надо учебу делать, и потом этот Кирилл, ветер приходит, начинает идет дуть, так, я расслышу, а? Алло. Да, слушаю вас. Вот, ну и получается а? Вот так вот. Значит, вот так вот и живем. Ну а что поделать? Что поделать? Что тут, как говорится, поделать? Ну, сейчас молодежь, да, конечно, их интересы не такие, как у нас были. Вот у меня раньше другие были интересы. Что, пошел в гаражи к мужикам, блин, накрыл эту, взял вот эту газетку на капот, положил туда. Вот, значит, соленье туда, это самое, сырочек, дружбу, значит, потом, ну, докторские колбаски, это самое, соленье доделали, жинка, раз, это самое, самогончик, бабах, раз, раз, и все. А сейчас что? Ну, что сейчас? Они что сейчас? Вон они ходят. Я, кстати, себе мотоблок купил, Оля Алексеевна, представляете, на это, 13 лошадей, представляете? Ага. Как вам? Мы тоже купили мотоблок. Мы в деревне дачку прикупили. Купил мотоблок, только не сколько лошадей. Хорошая техника, очень хорошая. Помощничек. Вот, когда, как говорится, зачем внуки нужны, если есть мотоблок, то есть заменяет все. Хорошая техника. Мне очень нравится. Два мотоблока. Я очень люблю мотоблоки. Моя жизнь. Я создан для того, чтобы любить мотоблоки. Моя душа поет, когда я вижу свою технику мощную, полноприводную. Завожу раз, это самое, солярку. Да, я пошел вылез, вспахивать огороды. Еще я как Соник такой ложусь рядом. Иначе мотоблок рядом едет, вспахивает. И я как Соник раз на спину лег и покатился. Борозды нарезать. Раз. Вот, понимаете? Да. Слышу. Вот, ну вы, Ольга Алексеевна, вы мне, пожалуйста, не болейте, выздоравливайте. Ага, спасибо вам. Здоровья спасибо, вам, счастья вас. Счастья вам, чтобы ваша жизнь была прекрасной. Долгих лет вам счастливых жизней. Люблю вас всех там. Вот всех, значит, с Новым годом, с наступающим. Ой, спасибо вам большое, взаимно. Спасибо и вам. До свидания. До свидания. Все. Спасибо, Оля Алексеевна. Спасибочки. Спасибо. Пойду пока. До свидания. До свидания, Оля Алексеевна. До свидания. Что? А что такое? Ну а что? Обычное, блин, общение между пожилыми людьми. Чего-то такого, что смешного. Я со всеми так общаюсь. Ну, типа, это обычное нормальное общение, блин.